Привет, дорогие друзья, с вами Дариди, добро пожаловать в игрушку Слизарио. Это оригинальный Слизарио, самый первый Слизарио вообще, который был. Надеюсь, ты меня поддержишь пальцем вверх. Если мы наберем больше 100 пальцев вверх, я сниму продолжение. Если наберем больше 1000 пальцев вверх, я сниму крутую нарезку, вам понравится, я думаю. Так что, ребят, пожалуйста, поддержите меня пальцем вверх, и будет круто. Так, нам пока что давайте вспомним вообще, как в эту игру играть. Давно не играл и подзабыл. Довольно-таки прикольно, кстати, вот я когда на оригинальном сервере играл, там жуткие лаги были, не знаю, с чем это связано. Может быть, потому что регион слишком далеко находится. Ну что ж, через другой сайт зашел, и все нормально, в принципе, играет. Вау, нифига себе, круто, мы поддели его. Пау. Так, я вижу топовых игроков, не знаю, кто-то из них сольется или нет. Было бы здорово, если бы кто-то из них слился, я бы их захавал бы. Окей, давайте пойдем за одним из них. Посмотрим вообще, куда они смогут нас привести. Так, ну вот, видимо, они соперничают друг с другом. Меня они явно не замечают. Вообще им плевать на меня. Я думаю, так, давайте пойдем за хвостом. Я просто надеюсь, что кто-то из них погибнет. И мне достанется вся слава. Вся слава. Так, ну-ка, осторожно. Так, ну куда ты уходишь? Куда же ты? Так, я слишком быстро становлюсь маленьким. Все, я самый маленький теперь. Самый маленький червь. О, нифига себе. Он чуть не попался. Куда он пошел, интересно? Ауч. Вау, я вижу одного. Вижу. Он забрал мою награду. Я его убил. Блин, и меня еще. Так, о, тихо. На самом деле это просто лагануло. Так-то я хорошо играю. О, червь, вижу. Топовые идут. Главное не быть жадным. О, вижу. Давайте попробуем догнать его. Отлично. Немножко подросли. Хотя я пока догонял, массу все потерял. Блин. Да, чуть не погибли. Какой-то. О, нифига себе. Блин, почему я погибаю? Всегда, когда какой-нибудь куш, я постоянно погибаю. Так, ладно, тут, по-моему, неплохо. Можно подпитаться. Блин. Тут опасно, рисково. Можно пробовать завалить, но не факт, что у тебя получится. Так, вот, можно и этого поймать. Так, что он хочет? Он пытается меня подрезать. Блин. О, вижу одного, нифига себе. Так, хороший змей. Пожалуй, мы с ним последуем. Тихо. О, да уж. Так, светлячок, отлично. Мы его взяли. Хорошо. Блин, сколько же вас много. Я плохо играю с Лизарио. Очень. О, червь появляется. Откуда-то. Нет, это как так? Ух ты ж, какой большой. О, нифига себе. Неужели мне получилось что-то сделать? И нет. Так, светлячок. Нет, ушел от нас. Вот он еще один, ну-ка. О, светляк. Ну-ка. О, отлично, поймали светляка. Еще одного убили. Так, надо нам успеть остановиться. Нет. Ой, я вижу одноглазого. О, ты что смеешься? Надо мной, что ли? Ну ладно. Найду я тебя. Бежал, короче. Или уполз, да, правильно будет сказать. Уполз. О, светляк. Отлично взяли. Ух ты ж какой. Какой же ты большой. Так, нужно быть осторожным. О, что он хочет сделать? Ты хочешь меня поймать, что ли? Нафига? Так, я вижу еще одного. Тихо, полегче, попроще. Вау, вот это меня съел в прошлый раз, я помню. Так, ну и кто кого? Тут я вот тут должен проиграть. Ух ты же, нифига себе! Попроще, постой.
Вы сейчас все же погибнете. Так, я не буду торопиться, не буду торопиться. Не стоит торопиться, ребят, не стоит торопиться. Запомните главное правило, никогда не торопитесь. Так, вот, теперь довольно-таки неплохо, у меня неплохо. Так, пускай, 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 пускай. Я не тороплюсь, не тороплюсь. Кто сильно торопится, тот обычно всегда проигрывает. Вот тут сейчас начнется, ребята, замес. Поэтому тут нужно будет сейчас находиться. Так, находимся рядом. Окей, страж... хорошо, хорошо. Немножечко вот так. Заберем. Заберем за собой, нет! Фу, нифига себе. О, это было топово. Это было топово, ребят. Это было что-то. Я думал, я проиграю сейчас. Сколько у меня массы? 3000. На каком месте? На 52 месте. Так, мы не торопимся, ребят. Главное правило, не торопиться. Отлично, отлично. Мы уже довольно-таки большие змеи. Солидные змеи. Так, кто там трется? Эй, ты чё ржёшь? Маленький зелененький червячок. Ну-ка, не смейся. О, ты кого преследуешь? Так, надо быть реально очень аккуратным. Нельзя допускать ошибок. Надеюсь, меня никто не заметит. Нужно быть очень аккуратным. Очень, очень, ребята, аккуратным будете. Так, отлично, все, хорошо, хорошо. Нам многое не надо. Мы многое не просим. 4000. Мне надо набрать 10 тысяч, чтобы в топ-10 попасть хотя бы. Поэтому, наконец-таки, у нас есть такой шанс. И не стоит торопиться. Ни в коем случае. Ни в коем случае не торопитесь. Тут сейчас самая жесть начнется. Там сейчас еще кто-нибудь погибнет по-любому. И не раз. Вон желтый. Кто-то хочет, пытается поиметь. Так, давайте я пробую немножко вот так обойти. И остатки собрать. Так, 4500 у меня, 4500. Довольно-таки хорошо, рука чешется. Все нормально, вроде почесал. Фу-фу-фу-фу-фу. Какой ты, смотрите, настойчивый. Я еще боюсь, вдруг у меня залагает и все испортится. Все пропадет. Так, вот тут большие топовые черви. Если кто-нибудь один из них погибнет, то начнется просто драка и месиво. Поэтому будьте очень аккуратными. Так, что... вот сейчас замес начнется. Вот сейчас начнется замес. Блин, он, у него получилось. У него получилось, ребята. Он меня поймал. Да чтоб тебя вообще, ну как так? 4981. Неплохо было. Было очень здорово. Так, немножко тут покушаем. О, еда. Я. Шикарно змей ползет. О, даже 2, 3. Тут надо потусоваться. Тут может быть сейчас что-то мне обломится. Окей, будем тут находиться неподалеку. По-любому что-нибудь да обломится. Давайте свечка поймем. А, нет, хотел светляка поймать. Думаю, не стоит. Ну-ка, вот-вот-вот, сейчас. Еще немножко, вот отлично поймали. Хоть потренироваться немножко. Нет, не получилось. Вау, куш здоровый. А, блин. Так вот, куш. Нифига себе. Так, сейчас надо быть тут очень аккуратным, очень. Не стоит жадничать, не стоит рвать ни в коем случае.
Не жадничайте. Тут еще не раз сейчас погибнут. Обычно за такой куш борется. И обычно я погибаю в таком куше. Так, 2400 уже хорошо, уже. Уже неплохо. Тут много червей. Мы где-то в центре, да? Ну, не в самом. Так, мы его окружить не сможем. Так, окей, поймал добычу. И сваливает. Можно последовать за ним. Нужно больше 10 тысяч, чтобы попасть в топ-10. Это еще будет не скоро. Тут ни бонусов, ничего нет. Это классический стандартный Агарио. Ой, Слизарио. Что я говорю? Ух ты ж, ничего себе. Так, не стоит сейчас торопиться, не стоит. Ни в коем случае не стоит. Но я какого-то черта тороплюсь. 4800. 4800, неплохо, 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 хорошо. Сам зашел мой капкан. Так, тут пока что тусуемся. Окей, окей. Тут сейчас будет самое интересное. Все вокруг меня тусуются. Все ребята тусуются вокруг меня. Так, 4900 у меня. Сейчас меня попытаются тоже взять в кольцо. Мне надо будет отсюда вовремя свалить. Да, вот прям как сейчас. Разворачиваемся. У него есть шанс просто удрать от меня. Тут белый червь. Белый червь очень опасный. Так, захаваем, давайте вот это все. 5800, это... О, нифига себе. Вот сейчас замес будет, вот сейчас я чувствую, будет замес. Так, все это я себе оставил. Сколько у меня 7500 есть? 7900, почти 10, почти топ, почти топовое место. Так, давайте еще остатки подберем. 8500. Мне да уже 11 тысяч. 8700. На каком месте, блин? 8... На 18 месте пока что, ребят. На 18 месте. Надо быть реально очень аккуратным. Потому что... О, что тут сейчас будет происходить? Жестоко, 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 жестоко. Уходим. 9 600. Это очень, очень хорошо, ребят. Очень хорошо. Тут нифига себе много червей. Ну, это эпицентр какой-то нечисти. Что тут происходит? О, ужас. 9700. О, сейчас будет тоже месиво. Ух ты ж. Началось. Я думаю, не стоит туда соваться. Червяки тусуются, ребят. Он попадется, он попадется. Лишь бы он попался. Смотрите, он меня взял в кольцо. Какой хитрец, наглец, смотрите. Взял большого червя в кольцо. Но это надо же было так. Это же надо было мне так лохануться, ребят. Почему его никто не окружает? Блин, он меня сейчас задушит. Все задушил. И все съел.
Неплохо, 9800, почти 10 тысяч, почти 10 место, ребят. Хотите больше Слезарю, ставь палец вверх и будьте больше Слезарю. Всем до скорого, еще увидимся, пока-пока, ребят. И не забудь поставить палец вверх и подписаться же, конечно, на мой канал. Всем до скорого, увидимся.